Всем привет! Сегодня посмотрим еще одну задачу на мат 2 хода. Белые начинают и матуют. Поставьте видео на паузу, напишите ваш ответ. У белых есть возможность нарушить координацию черных фигур одним ходом, а также создать угрозу. И к мату в 2 хода приводит ход конь f3 с угрозой ферзь h1 мат. Проблема черных в том, что ладья не может двигаться, потому что на ход ладья f3 последует мат через h8. Ну а если ходит не ладья, а любая другая фигура черных, то последует мат на h1.